Известный казахстанский деятель, руководитель государственного камерного оркестра «Ак-Жауын» Сикен Турусбеев впервые посетил шахтерскую столицу. В преддверии концерта, который состоится в концертном зале «Шалкыма», Кюйши встретился со студентами Карагандинского университета «Балашак». Подробнее вы узнаете у Айды Ибраевой. Любителей народного творчества в учебном заведении оказалось очень много. Актовый зал, в котором состоялась встреча с известным Кюйши-композитором, был заполнен студентами и преподавателями. Словом, всеми, кто знаком с творчеством Сикена Турысбекова, является настоящим ценителем искусства Кюя. Встреча с уважаемым деятелем, артистом Республики Казахстан Сакеном Турысбековым поможет привить молодежи любовь к народному творчеству, научит их слушать народную музыку. По словам организаторов, встреча композитора со студентами поможет сблизить молодежь с народным творчеством, ведь кюй – один из самых древних и почитаемых казахским народом видов искусства. Казахстан Республика сна. Искусство кюя – это особенный жанр, подвластный только казахской нации. Пожалуй, самый сложный, самый глубокий вид жанра – это кюй. И только настоящий ценитель кюя сможет передать всю остроту и глубину, вложенную в композицию автором. Передать исконное народное творчество в первозданном виде, исполнять песни так, как их исполняли раньше – вот главная идея деятельности ансамбля «Ак-Жауын». На протяжении 15 лет с 1997 года Государственный камерный оркестр «Ак-Жауын» гастролирует по всей республике. Но, по словам артиста, за последние 10 лет оркестр прибыл в Караганду впервые. Побывав практически во всех областях страны, в Караганду за последние 10 лет мы приехали впервые. Приезжать без приглашения не хотелось, но я всегда чувствовал, что здесь есть наши слушатели. И сейчас я убежден в этом. Познакомиться с творчеством оркестра карагандинские зрители смогут завтра в 18:00 в концертном зале «Шалкыма». Аида Ибраева, Сергей Високосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.